Сейчас иду в интернет оплачивать. Дома холодрыга просто. Вот вроде весна наступила, пошли дожди, и просто такой холод. Видимо, от сильной влажности. На улице теплее. На улице я и в пальто, и плюс еще я работаю, иду. Сколько сейчас интернет стоит? В Египте, во-первых, нет безлимитного интернета. Такие, кстати, сумочки есть. Продаются такие сумочки. Сумочки. Вот такие. В Египте нет безлимитного интернета. Платим за интернет 240 фунтов в месяц. Это, в принципе, это немало. Но даже вот эти 240 фунтов, это где-то у нас получается 240 фунтов. Это в месяц за 200 гигабайт. 200 гигабайт. Вот вам хватает 200 гигабайт в месяц? Или у вас безлимитный, вы даже его не считаете? Ну, дождь у нас лил всю ночь, дождь поливал всю ночь, но вот сегодня дождя не было. Вот целый день не было дождя. Ой, а здесь закрыто. Компания закрыта. Значит, у нас сегодня отпадает. Тогда у нас получается завтра. Компания закрыта. Блин, облом. А у нас пишет, что 90% интернета использовалось. Кстати, вот такие маски. Я думаю, что они не для продажи, они больше, наверное, для антуража. Вообще, я, честно говоря, не знаю, что делать. Мы будем стараться как-то использовать интернет. Я не знаю, порцию. Ну, короче, насколько хватит, настолько хватит. И все. Вот. Вот видите, Америка, how are you? Кстати, смотрела в этих... Смотрела сегодня видео, вот в других частях Египта, конечно, очень много затопов, обвалов, всего остального. Но слава богу, вот я думаю, что в Александрии тоже где-то есть, но у нас нету, слава богу, в нашем районе. Сегодня никуда не выезжала. Хотели съездить днем куда-нибудь погулять, но потом что-то как-то передумали. Решили остаться дома. А чтобы не подвергать себя лишней опасности, наверное. Вообще нет, честно говоря, нет настроения там ехать куда-то. Особенно куда-то далеко. Вот ребята вот такие вот, как вот пошел, носят подносы, разносят чай, кофе тем, которые работают. Так, а я сейчас куплю, мне нужно купить молоко, дрожжи. Хочу сделать творожный пирог. Может быть, вообще видео на эту тему. То давно мне никаких рецептов видео я не выпускала. Творог у меня есть. Это вчера маме подарили в магазине, вы видели. Мне нужно купить дрожжи, муку и молоко. Короче, купила продукты, начался дождь. Мне нужно срочно сейчас снять белье. Я сегодня тут вывесила, пока оно не промокло. Так что все, у меня вон голова уже промокла. Так, ну что, сейчас нужно быстро снять белье и начинать готовить пирог. Как ватрушку большую буду делать с творогом. Всем привет, как и обещала, будем сейчас готовить пирог с творогом. Или ватрушку, только не маленькие ватрушки, а будем делать большой пирог. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Oh,
Всем добрый день. Сейчас вот вышла на улицу по делам, заплатила все-таки сегодня интернет. Вчера почему-то офис был закрыт. Интернет стоит 240 фунтов за 200 гигабайт. Вот нам с трудом хватает 200 гигабайт, безлимитного нету. Может быть, он есть, но он будет стоить очень-очень дорого. Так что... Вот, я, кстати, первого человека в маске увидела у нас около дома. Сейчас покажу его там. Вот там вот сидит мужчина в машине. И вот он, кстати, одет в маску. Это уже первый, видите, такой. Вон там мужчина сидит. Так, здесь сейчас аптека. Пойду зайду, спрошу, сколько стоят маски. What is this? No. Nothing? Do you have a face mask? With how much? £8. Maybe 5. По 8 паунд. Купила 5 масок, пока пробные, вот по 8 паундов, чтобы было. А, только что маски купили такие вот. Таби за Энагиб, все? Энагиб витамания гения. Ну, что беру влажную салфетку. Кура ди 6 гривен. 6? Да, 6, а. Табли ди 9. А, ما ده ده اغلى. الست الطبيب بيبقى اغلى. الاستك ده بيبقى اغلى. دي بتاع دكتور. الدكتور وده اللي هو الفايبر. فايبر بيبقى ارخص. ده اللي هو بيبقى كده الكون ده. نعمل زي الاوماي كده. بأستك برضو ده بيبقى أرخص من الشريط الطبيب يعني مثلا هي واخد بوكس كم في كم واحدة بوكس في 50 50 يعني كل بوكس تعمل بكم البوكس كله يعني مش دلوقتي يعني 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 50 في 8 ولا 9 يعني 450 400 هو غلى عشان انت عارفه الفيروس والحاجات دي ميشا طب ناخد دي بكام دي حاضر ناخد دول دلوقتي واحنا مش فاكرين التانيين 20 وصغيرين بكام دي الواحده 3 شكرا اجيب لك 5 جنيه سلام يا عمر وماما واخواتي عمر بيتكلم عليك الله يسلمك يا رب تسلمينا على ربنا ينجي يا رب ان شاء الله شكرا يكون بعيد عن الوجع الدماغ دوت المرض ربنا معاكي شكرا مدام شكرا السلام عليكم شكرا Так, ну я вышла, накупила. Раньше были дешевле эти маски, сейчас подороже. Маски раньше были дешевле, сейчас они подорожали. Даже доктор сказал об этом.
Ну, неважно, значит, целая пачка масла будет стоить 400 фунтов. Там 50 штук. Сегодня мама приготовила вкусный обед. У нас такая вкуснятина вообще, сейчас покажу. Вот такой мама сделала вкусный вкуснецкий суп. Я думаю, что все прям видят. Такая вкуснятина вообще. Там и картошечка, морковка, и зелень. Вот салатик. Кстати, салат такой интересный, потому что он с морковью. Да? Да. Ты расскажи про этот салат. Нет, там ничего особенного. Там просто морковь натирается. Угу. Отдельно ее, это самое, посолить, положить сахарный песок. Я даже немножко ее отжимаю, чтобы угу. не было много воды. Это какой александрийский салат или как он назывался? Фатма. Александрийский, потому что мамин бывший муж был, он делал какой-то салат, назывался Фатма. Это какой был? С этим, это с гаргиром. С гаргиром? А, с гаргиром. Гаргир, который тахтесерир. А тахтесерир, да. Это курица вкусная. Такая. Курицу обжариваем. Угу. Вареную курицу обжариваем в самне, то есть в топленом масле. В масле. Вот там, такая вот там будет красиво. Вот. Вкуснятина вот такая. Ну, там у мамы тоже суп. Петрушечка. И черный хлеб. Да, и петрушка. Такой не черный хлеб, а такой какой-то он с этими. Очень вкусный суп. Вот прям видно. Очень вкусный суп. Прям вот ничего нету египетского. Я вот просто уже за это время я как бы у меня такое больше с египетским уклоном. Я по себе просто знаю, потому что я долго готовила для этого, как бы сказать, для семьи. Ну, для семьи и с учетом египетских запросов. А у мамы более такой вот наш вкус. Мне очень нравится. То есть мама, она, когда, предположим, режет салат мелко. Именно прям салатин к как бы, овощ к овощу. Очень хорошо. Там жарит определенно. А у меня такое, то есть как бы египетское. Нет, на самом деле. И пирог сделала вчера. Отличный. Пирог, да. Замечательно. Ну, приятного аппетита. Все, приятного аппетита. Мы кушать садимся, все. Мы кушаем, вернее, приступаем. Feel me slowly fade.